Всем привет, меня зовут Саша Ермоленко, и я занимаюсь дизайном для продуктов Mail.ru. Я делаю почту, облако и все, что можно использовать для цифровых продуктивностей. Я дизайн-директор. Я считаю, что дизайн — это то, что люди делают для людей. И я рада, что я могу предложить людям делать свои дела по-другому. Жить по-другому, думать по-другому, выбирать по-другому. И, в общем-то, ради этого я это делаю, чтобы жить в мире, где люди выбирают, думают и делают по-другому. На конференции я отвечаю за трек «Продукт и пользовательский опыт». И в конце будет небольшая дискуссия о том, что важно в дизайне — эстетика или цифры. Поэтому, если вы хотите узнать о том, как мы делаем продукты для по-настоящему большого количества людей, с какими проблемами сталкиваемся, как их решаем, и, конечно же, как посчитать пользу от дизайна, то приходите на наш доклад. VK.GT — это первая конференция, которую мы делаем от бренда VK. Она будет по-настоящему крупная, она пройдет в ГЭС. Мне кажется, это уже повод прийти. Ну и мы там будем говорить о том, что для нас по-настоящему важно. Это треки про ML, про искусственный интеллект, про безопасность, про архитектуру, про разработку продуктов, про дизайн. Поэтому мне кажется, если вы занимаетесь чем-то из этого, то вам точно стоит туда прийти. До встречи на VK.GT!